Привет, мы продолжаем проходить Call of Duty. В прошлой серии мы с вами начали освобождать Сталинград, и сегодня мы продолжаем. Тихо. Пацаны, вы бы хоть бы мне немножко подсопортили. Вы чё, я тут как бы, ну, я тут общаюсь немножко, а ты чё такое-то? Ну ладно. В общем. Так, это чё у меня? У меня коряк, с коряком останемся. И с МПшкой останемся. Так, тут что-нибудь последнее я оставил. Почитал я ваш комментарий по поводу резидента 4, да? Скорее всего, будут. Но я постараюсь по максимуму резидента взять. И по поводу продолжения. Вот оно, вот, смотрю. Ёпс-тудей. Ёпс-тудей. Собственно, вот оно продолжение. Так, перезарядим сейчас. Так, МП-40. Чё, рускиц? Ой, граната. Хорош. Так, Михаил, бессмертных. Ну-ка, давай это, включай режим бессмертия. Оп, граната обратно, тихо. Тихо, так, пацан. Тихо. Да твою там. Все, нет. Да. Зачищено. Так, меняем пулялу. Че? Ага. Ой. Граната, тихо. Есть кого пострелять? Не, нету, ну ладно. Слушай, Михаил, ты же бессмертных вроде бы, давай это. Опа, тихо. Ништяк, так игра сохранена, хорошо. Кушайте лимончик. Ладно, этот, колотушку кушайте. Так, тихо, спокойно. Да что такое? Тихо. Да в смысле я ни разу не попал? О, попал. Попал. Убил. Ух ты. Куда пополз? Слушай, братан, ты пытался. Ух ты. Ой. Тихо, тихо. Вот это оглушение. Ой, граната. Ай. Нормально. Так, пацаны, нам надо танк убить. Кушайте лимончик. Оп, тихо, граната. Так, тихо. Оп. Короче, ну его в бане. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, а чё он в меня-то строчит? А у меня дымов нету, прикинь. Так, а как мне этот тунчес тогда убивать, алё? Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, он пока отвлекся. Тыц-тыц-тыц! Эч, тихо, бежим, и там граната лежит просто. Отлично, минус танк, прекрасно. Я победитель тунков. Вот это, блин, акшон. Ой-о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 й. Тихо, не надо гранату, слушай, да? Пошел вон. Ой. Забил меня это, прикладом, нормально. Так, где там? А, это я здесь только танк подзорвал. Блин, обидно. До свидания.
Так. Здесь пацанчик, пацанчики. Здесь пацанчики тоже есть. Так, все, Ты чё встал? Бля, подожди. Один момент. Почему такая игра громкая? Алло, я ж тебя тише делал. Ну-ка дай-ка еще потише вот так. Не, что-то все еще громко. Тут и охренела игра, ну-ка. Тут и... Нет, это не то. Звук. И примерно вот так. Да, я думаю, вот это будет отличный звук вообще. А, это свои. Ну, нормально, я по своим жарю. Ну, а чё бы и нет? Ну, почему, собственно, и нет? Ладно. Так, ребята, а вы чё за мной-то бегаете? Я тут чё ли это, главный герой? Так, Панзер 2 надо разбомбить. Кушай лимон. И кто? Ты стрелок, я понял. Так. Оп. Нет, не могу. Ладно, так, а как мне обойти можно здесь, нет? Нет, видимо, нельзя, надо идти на пролом. Ну, чё, пойдем на пролом. Чё поделаешь? О, откуда у меня дымы, кстати, появились? Сейчас, пускай дымы пока это расчехляются. О, нормас. Всё, пошёл. Мать твою за ногу, да что ж вы меня так... Глушите то. Так, проходим. Та-та-та-та-та-та-та. Нормально. Так, где-то тут еще Тунчес должен стоять. Где ты, Тунчес? Вижу Тунчес. Так. Тихо. На. Кушай. До свидания. Давай, бум. Отлично, минус Тунчес. Остался последний Тунчес. Бежим за Панзером. Да ты что? Красава. О! Пацаны, я так не играю. Тихо. У меня хп нету. Да я вижу, где они. Высекать пытаюсь. Ой, патроны. Я не знаю, я убиваю, не убиваю. Но гранату я зашлю, пожалуй, дымовушечку. Так, до свидули. Да встань. Перезарядись. Ёп, стыды, тихо, я... Ну, вот столечка не хватило, блин. В смысле нет дымовых шашек? У меня же должна быть шашка-то. Ты чё пришёл? И вот самое обидное, то что я раньше, по-моему, я когда-то играл, можно было гранату им обратно заслать, а тут я что-то не могу. Вот, смотри-ка, прибили. Ай. Да чё вы такие бессмертные-то, а? Или это я просто окосел? Какой кошмар. Походу реально, я окосел, короче. Все, я косой стал. Прям катастрофа. До свидания. Не, ну смотри, хоть что-то я еще могу ставить. Кушайте лимончики. Ой, граната. Тихо, не надо. Да блин, что я вечно на Ctrl нажимаю? Короче, торопиться здесь нельзя. Вот это факт. Слушай, да лови, я тоже так умею кидаться, ты чё? Чё думаешь? Блин, не успеваю. Блин, весь скилл стрельбы вообще профукал. Очень долго целюсь, очень долго. Пацаны, есть у кого-нибудь шашка?
Упс, тихо, граната. Блин, аж залег. На тебе лимончик, короче. А как мне реально пройти? У меня дымовух нету, у меня ничего нету. Может быть это... Пацаны, есть дымовухи? Ну... Ну, ребят, ну... Дайте дымовуху. Ну, пожалуйста. Так. На тебе. Ай. Все. У-у-у, жопа. Всех победил, один остался, нормально. Ну как, не один остался? Уф, ну. Все, да? Да. Вроде как, да, победа. Ничто не придает такой бодрости духа, как пуля, пролетевшая мимо тебя, Уинстон Черчилль. 8 декабря 1942 года, 14:45, Сталинград, снег, минус 28 градусов. Мы сделали перерыв для пополнения запасов боеприпасов. Запасов боеприпасов и прочего. Прежде чем двинемся к нашим товарищам на вокзале. Здание главного вокзала сейчас контролируют немцы. Лейтенант Вольский говорил, что за последний... 6 часов вокзал переходил из рук в руки. 12 раз. Самый безопасный путь на вокзал лежит через трубопроводы. Если, конечно, немцы все еще не обнаружили эти трубы. Рядовой Василий Иванович Козлов. 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Надеюсь, я правильно все прочитал. Трубопровод. Хорошо, мы сейчас будем это. Короче, как Гордон Фриман. 200 метров от вокзала. 1-1. Здоров. Удачи, ребята! Спасибо. А что будет, если туда рухнуть? Ну в смысле, нельзя? Ну ладно. Ну все, двигаем по трубам. Это почти как это. Это, короче, почти как шахты всяких этих. Как это. Ну, в этом. Как в халве, почти то же самое. О! Так, здесь зачищено все. Не, ну оно-то... Тихо. Оно того надо было. Поменьше подкрепления. Опа! Окейушки. Окейушки. Да ты ж чё? А ты вообще труп. А! Так, а мне куда? Мне... Ну, если я сюда, мне кажется, я здесь прокисну, значит, мне надо сюда. Ау! Это было крайне, кстати, неприятно. Так, наш Ты дурак? Ты нафига пытаешься? Куда пополз? Ага. Я тут на самом деле помогаю сейчас нашим, типа, ну, продвинуться. Чё? А вот я стреляю, почему-то дырки не остаются, а вот они оставляют дырки. Да как так-то? Я тоже хочу отверстия пооставлять. Бью. Ой, сейчас бы в канаве сдохнуть в этой трубе. Так, вроде почти всех перестрелял тут. Отлично. Так. Что-то этой дорогой. Ладно. Так, зырим, что тут это еще осталось, надо проверить. Заранее отстрелять всех. Опа. Так, здесь вроде я освободил точку. Причем миномет, это минометная точка. Я думаю, то, что я зачищаю, это все правильно. Хотя на самом деле можно было просто сюда хаешку кинуть. Я думаю, они бы тут...
померли бы все. Ты смотри, какие живучие, а? Ну правильно, у нас это предтоповый уровень сложности. Бум. Кто тут такой смелый гранату мне зашвырнул, а? Ты? Пацаны, а я в трубе. Я Гордон Фриман. Люблю ползать по трубам по всяким. Правда, Фримен ползал не по трубам. Но кому какая разница в баню, а? Где там пацанчики-то? Ну, я надеюсь, я это все неспроста зачищаю. Я надеюсь, в этом будет хоть какой-то практический смысл, чтобы, знаете что? Чтобы потом меньше отстреливать пациков всяческих. Так, зыркаем. И кто такие? А, это все свои, нормально. Да ты че? Это уроды на втором этаже. Так, все, пулеметчика сняли, отлично. Так, здесь РГДшки, отлично. Ух ты. Нормально от пацанов, слушай, полегло. Пацаны, но я ненавижу ботов, вот честное слово. А вот они иногда прям молодцы, а вот иногда они прям такие мудаки, блин. Во. Во. Все, спасибо. Блин, я бы не отказался бы на самом деле бы от коряка с оптикой. Ой, не та кнопка. Да там МГ-42, блин. Ай! Ты слышишь? Я, по-моему, его снял. Кушайте лимоны, ребята. Ой, он, по-моему, взорвался, слушай, даже. Оп, гранату. Проходим. Кушайте лимоны. Ай! Ай-яй-яй! Да... Ну, настоящая война никогда не попадет в книги. К сожалению, да. Ай. Что, понравилось, да, говнюк? Кушайте лимоны. Оп-хоп-хоп, проходим. Оп. Оп. Тихо. Блин, на самом... Ой, тихо. Я бы гранату бы под это, на мышку бы, наверное, потом переделаю. Ну, типа управление немножко подпеределаю, чтобы было удобнее гранаты кидать. Куда собрался, говнюк? Так, так, так. Слышишь ты? А ты... А, пацаны, пустите там, граната же, идиоты! Капец, блин, вот... вот... О, дебилы, а, я их так, я ненавижу вас, боты тупые, вы хоть и помогаете иногда, но вы такие тупые, тут граната, блин, лежит, а вы стоите, блин, не даете мне пройти. Надо перезарядиться. Слушай. Так, 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 ууу, пацаны, 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 пацаны. Чувак, извините, но вам кран. Да? Кушайте лимончики, ребятки. Не, ну одного-то я двух взорвал, наверное, слушай. О, а тут снайпера, что ли, сидят? О, гивер. Так, пацаны, где война? Спокойствие. Перезаряд. Кушайте лимончики. А лимончики-то кончились, кстати. Отлично. Оч, граната. Тихо, 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 тихо. Отлично. Так, 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 так. Ёпс, тудей.
Ну да, граната. Граната? Все войны гражданские, ибо все люди братья. Франсуа, хрен пойми кто. Так, ладно. Надо их принимать, короче, здесь лучше. Так, 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 так. До свидания, пацаны. Тактика была изначально неправильная. Сидеть тупо наверху и принимать их тупо наверху. Их надо снизу принимать. Так, это свой намалек. Так, 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 так. Ёперный балет. Так, ну одного минусанул. Оп. Все минируем нахрен. Напрягаем, кидаем лимон. Пацаны, какого хрена он ко мне просто подходит и меня давай мутузить? Вы чё там? Придурочные. Так, все, теперь вот я ухожу на перезаряд, потому что патроны реально кончились. Так, так. Так, 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 так. Нифига не тупо это выходит под струю. Молодцы какие. Тупо под струю. Давайте тупо под струю. А я что, я выйду, мне ж не влом. Ой. Не, у меня патроны кончились, подожди. Ой, какое здесь мясо. Слушай. Тихо, спокойствие. Упс. Патроны. Нормально. Уп! Тихо, 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 тихо. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, тихо, больно. Больно, больно, больно. Больно, больно, больно. Очень больно, неприятно. Так, пацаны, я тут что, типа в соло остался дефить или что? Вы где все? Ух ты, нихрена вас там. Тихо, граната залетела. Так, я вроде как задание выполнил какое-то. Ловите лимоны. Уничтожьте вражеские танки. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Обалдеть, блин. Вот это замес, слушай. Фух. Так. Вот это я задефил. Вот это я повоевал прям знатно. А чё так жестко-то? Можно помягче немножко, пожалуйста? Кушайте лимоны, мужики. Всем по лимону. Ёпс тудей. А гранат-то сколько? Так, 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 так. Вот, вот тебе мина. Ай-я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 й. Все, дефим, лежим, хиляемся. Все, минус, минус тунчас. А чё, пацаны, все, да? Все, тунчаса нету, все, лохи. Да или да? Так, 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 так. Граната кончилась. Прикинь. Тихо. Бум. Врываюсь в хату. Нет. Что-то мне по морде надавали, по-моему. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Блин, я по привычке shift прожимаю, короче. Так, МГшника вроде срезал, этого я срезал. Все. Можно хотя бы секундочку покоя, а то что-то как-то слишком жесткие вы тут, ребят. Так, дай-ка я вот эту штучку возьму, я винтовку с СВТ побегаю немножко, хорошо. Так, куда нам дальше? Зачистите вражеские склады снабжения. Все принято, погнали. Ну ладно, с СВТ побегаем. Как бы я бы коряк не любил и Мосинку. Вообще, я хочу гивер надыбать себе. Блин. Тихо. Больно бьют, пацаны. Кушайте лимончик. Ну там жук сидит, блин. Надо гивер в натуре найти и с гивера всех жогать. Он-то помощнее будет на самом деле. Ну как помощнее? Относительно мощнее, но... Так, это корецкий. Корецкий мне не надо.
Это тоже корецкий. Ты чё, говнина? Лови. Мать твою за ногу. Наслаждайтесь, ребятишки. Вот вам гранатки чуть-чуть. Так, врываемся. Нет, на самом деле просто у СВТ, коряков, мосинок просто убойная сила, ну, пожестче будет. Упс. Самый быстрый способ закончить войну — это проиграть ее. Не, ну, кстати, в этом есть доля правды. Так, здесь, короче, понятно. Здесь надо количеством брать, а не качеством. Вот это я и сделал. Так, 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 так. Где вы здесь, пацанчики? Оп, здоров. Опа, видел. Хорош, хорош. Вот это я раздаю. Ой. До свидания. Все, нет. Ну, вроде пацаны закончились. Ребята, вы кончились? Ну, типа того. Во! Гивер с оптикой. А... Упс. А, мне, кстати, и гранаты даже переделать не надо. Они у меня на колесико мушки, оказывается. Прикинь, я не знал. Тихо. Спокойно. Спокойно, спокойно. Нормалек. Так, все, здесь все зачищено. Ништяк. Так, че по... Блин, у меня боеприпасы на гивере кончились. Пацаны, гиверы есть? Ребят, гивер не найдется часом. М? Да все, ползу нормально. Так, здесь нужен снайпер, судя по всему. Супер снайпер, да? Сейчас я буду таковым. Так, 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 так. Где ты? Ага. Заткнись. Ух ты ё, заткнись. Ух ты ё. Так, минуснул МГ. Ловите гранату. Хорош. Ух. Вот это был хедшот. А вот это было, ну, не хедшот на самом деле. Так, встретиться со своими товарищами. Сейчас мы это встретимся, но мне сначала бы патроны. Пацаны, гоните патроны, пожалуйста. О, спасибо. А, это штиль граната. Ну ладно. Я просто ее буду называть, ребят, просто колотушкой. Вот эти вот, ну, штиль гранаты немецкие. Ну, просто реально. Так, ну, удобней. Колотушки, колотушки. Пускай будут колотушки. Так, ребят, доложите обстановку. Отлично. Победа достигается путем убийства врага и маневров. Чем опытнее генерал, тем больше он полагается на маневры и тем меньше на убийство. Уинстон Черчилль. Так, следующее задание у нас, погнали. Сталинград, 1943 год. 2 января 1943 года. Сталинград оказался ловушкой для 6-й немецкой армии. Город со всех сторон окружен советскими войсками. Немцы лишены всякого снабжения. Запертые в городе немецкие солдаты голодают и испытывают нехватку боеприпасов. Тем не менее, они не сдаются в плен, так как боятся, что их расстреляют советские комиссары. Ну правильно, боятся, пускай боятся. Борьба за пылающие руины обостряется, когда в город входят тысячи советских солдат. Их единственная цель — отбить Сталинград квартал за кварталом. Ничего страшного, отобьем. 15 января 1903 года. 1943 года, час 35, Сталинград, снег минус 44, как они там вообще могут воевать? Мы укрылись в подвале жилого дома. Отсюда слышно, как немцы переговариваются на другом конце улицы. Они не знают, что мы здесь. Утром с лейтенантом Вольским попытаемся захватить немецкие позиции вплоть до горсовета, если, конечно, не замерзнем до смерти. Рядовой Василий и Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Товарищи! Уличные бои. Наш долг отбить у них
Сейчас отобью. Ой, а чё мне дали? Ой, а чё мне дали? Какой ППШ? Засуньте свой ППШ себе в ППШ. Ой, блин, фу. Точнее, засуньте свой ТТ себе в ТТ. Так, вы кто? Вы свои, нормально, все. А вы кто? Вы тоже свои. А, вот справа, не мои. Кто там МГ-42 принес? Не знаю, я куда-то стреляю, просто наваливаю. Так, тихо. Дай мне вот это. Я лучше коряк возьму, чем это. Буду с ТТ ходить как. Лови. Не знаю. Ой, не попал. Ломимся в атаку, короче. Все, ничего не знаю. В атаку. Ну что-то глаз зачесался, прикинь. У меня левый глаз чешется. Так, а мне наверх, судя по всему. Окей, пошли наверх, зачистим. Так, 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 так. Оп, по мордасам. Оп, по мордасам. Нормально, все надавал. Что там в укрытие? Танк приехал, что ли, или что? А, вот спуск есть, отлично. А, найдите магнитные мины. Ух ты, ёпты. Пацаны, 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 пацаны. Я на такое не подписываюсь. Я уже пошел. Пацаны, вы вот смотрите, вот как лишить танка какой-то боевой... Какого-то боевого потанцевала. Смотри, берешь вот так вот дымовушку в него, и все. И... О, мины. Он задымляется, и все, как бы, ну, ему кобздец. Смотри, он, видишь, оп. Оп-о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 п. Правда, я тоже это... Оп, мина. И обратно в дымы. Все, сидишь в дымах и радуешься жизни. Оп, бабах, все. Минус тунчес. Изи. Это все изи. Так, захватите какие-то там дома, жилые дома. А вы что тут засели, пацаны? Так, ну-ка давай. Вы что, лохи, что ли? Так. Ура! Ой. У, аж на две гранаты, нифига себе. А вы что такие это? На тебе в бубен. На тебе в бубен. Ты сдох, нет? Это дохлый. Так, окей, прорываемся. Так, здесь нужно немножко смоков надо раскидать, короче. Ясно. Сейчас смоки немножко разэтываются и ломанемся. Оп! Все, обойдетесь. Не сражайтесь с одним врагом слишком часто, иначе вы научите его что-то... А теперь вопрос на миллион баксов. Что это было? Что меня убило? Какого хрена? Оп. Да что меня убивает-то? Да ёп, студей, кто бомбардировщиков вызвал? Мать твою, за ногу. Или мне типа никак не пройти к дому, пока я тут всех не перестреляю ко всем чертям. Ладно, давай действовать по сценарию. Давай всех перестреляем, попытаемся. Хотя это тупо Unreal, у меня оптики нет. Дайте оптику, мужики. Чё, дойчлями? Слушай, завязывай. Да, меткость зашкаливает моя. Тихо, тихо, по краю, по краю, по краю, по краю. А, вот, вот он весь рецепт прохождения. А я-то думаю, что за фигня? Тут, короче, понятно, тут типа скрипт есть, что когда ты спускаешься, ну...
Короче, когда ты спускаешься, вот, чтобы перейти в этот дом, тебя там взрывает нахрен. Так, ладно, давай МП брать, потому что там патроны, ну, не бесконечные, а в МПшке тут это много боеприпасов есть. Так, окей, берем пулик и, короче, понеслась. До свидания, мужики, до свидосы, я сказал. До свидания, все, миссия. Никого не оставлю. Блин. Наши должны были добраться до склада. Добрались до склада, ребят. Так, я боеприпас заберу. Опа. А вот тут это я заберу, пожалуй, коряк с оптикой. Потому что почему? Потому что почему бы и нет. Я, наверное, буду ходить в основном с автоматикой и с оптикой. Ну, чтобы, типа, попроще было всех это перестрелять ко всем чертям. И понеслась. Короче, буяним, 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 буяним. Тихо, 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 тихо. Вы чё там, жопошники? Ну-ка, давайте до свидос. Да твою... Да... я ж тебя расстреливаю. Чё ты живой-то там вообще остался? Иди ты в задницу. Дай мне... дай мне вот это, дай мне. И припасы дай мне. Спасибо. Так, короче, смотри, сейчас пару тычек получаем, отходим, отхиливаемся, встаем обратно. Пару тычек получаем, это, отходим, отхиливаемся. Вот так тут все будем сейчас делать. Так. Поехали. Ну-ка, тихо, 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 тихо. Так, этих расстреляли. Этих расстреляли. Этого пристрелили, следующий. Так, убил, 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 убил. Убил. Так, 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 так. Следующий. А в кого стрелять-то? Я никого даже не вижу. Нормалек, все, расстрел. Расстрел идет, мужики. Опа, 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 опа. Все, тихо, тычки получили, отхиливаемся. Ты предатель. Сколько времени ты, кстати, нет? Время еще есть, нормально. Да стреляю я, стреляю. Вот, вот просто вот зажал вот в этот проход. Кто туда поп... О, все, пошли. Какую? Он ту огневую точку подавил. Вон там кто-то за сестренку, слушай, воюет. О, подкрепление приехало. Не, подкрепления не будет, мужики, сорянчики. Так, сейчас вам там всех надо отстрелить. Да стреляю, стреляю, чё ты заколебал? А ты чё там это? Так, это свои пацки, да? Оп, тихо, отхиливаемся. Тихо, 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 надо похилиться, нельзя так воевать. Отлично, отхилились. Ну я убежал от окна. Да я все понял, что уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я все понял. А где тут... А куда Тунчес это уехал, аля? Я герой, мать вашу. Я тут сейчас всех отстреляю. А так... Пацаны, вы, короче, абсолютно бесполезны и нахрен никому не нужны. Вы почему не прикрыли-то спину, алё? Вы чё? Я вот этого не понимаю, ну, как бы, ну, вы кричите в укрытие, там, в шмукрытие. Пацаны, у меня в спине в открытую тупо стоит противник, вы его не убиваете, вы вообще... А, ненавижу вас, придурки. Вы беспонтовый, просто мусор. Ловите. О, ты свой. А что мне еще делать? О, нифига себе, здорово. Да я в укрытии, типа. Так. Вражеская пехота, блин. Тут вражеский тунчес сгоняет. Оп. До свидания, все. Все. Минус тунчес. Бум. Простите, противники, но как бы да. Всех перестреляю.
Так. Кратчайший путь горсовету вперед. Так, хорошо. Так. Да. Отлично. Цель войны — не погибнуть самому за свою страну, а застать вражеского ублюдка сделать это. Генерал Джордж Паттон. Кстати, времечко-то у нас уже того этого самого, я смотрю, да? Да. 15 января 1943 года. 13:40, Сталинград, снег, минус 30, лейтенант Вольский приказал отряду остановиться на привал. Недалеко проходил немецкий танковый конвой, но без противотанкового вооружения атаковать его было бы бессмысленно. До войны отсюда до здания... А, подожди. А, да, до войны отсюда до здания горсовета пешком было 2 минуты без... Всякого, конечно же, риска быть убитым. Теперь все изменилось. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Ну, а до горсовета мы уже будем с вами отправляться. Естественно, уже в следующей серии. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!